статическое положение. Он стал в статическое положение. Стал, все. Остановился, проиграл. Пока все бегут, топовые спортсмены уже разминаются на месте. Николаевич, а что ты не бегаешь, как все? Я уже выиграл. Лучшие ноги города, правильно? Правильно. Здрасте. Слушай, Настя. Что такое? Последние результаты твои. Оставляешь желать лучшего. Леонид, да. Правильно ты берешь интервью. Потому что если Клестов сейчас выиграет в Казани, Кличенко будет не в топ. Первый номер в Альфа будет Клестов. Сергей Иванович, зачем вы на меня плюнули? Когда шел на тренировку, мне сказали, будет спарринг с судьями, все серьезно, но пока не видно настроя. Не, смотрите, как они бегают, прыгают, вообще все настроены максимально. Да? Сейчас Владимир Воробьевич придет, настроит. Да у нас уже настрой хороший, все готовы. Савельевич, да. Я знаю, что завтра вечером куда-то уезжаете. Новосибирск. Зачем? Там, ну, детей вывозим перед первенством России в Нальчике. Знаешь, ты когда садишься, мне приходится тоже, мне тогда тоже. Ну, я знаю. Ну, наша... Вот так, наверное, ставься. У нас же бои сейчас. Бои? Сейчас спарринги будут. Я знаю. Все, давай. С Олегом, да? Олег готовится жестко вообще. Хочу обратиться к Зураб Гилаевичу, который опаздывает на тренировку. Зураб Гилаевич, это на вас не похоже, но это будет поводом сделать вам замечание, когда вы придете. Саня, так. Что-то левая, правая нога не очень гибкая, да, Саня? Да, правая похуже, чем левая. Ты проснулся, Саня? Да, недавно только. Недавно только? Еще не включился, да? Личные, мои личные наблюдения. Спарринги воспринимаются гораздо охотнее, чем обычная тренировка, вот судя по тому настроению, что я вижу. Ты так будешь, да, без кимоно? Надеюсь, хорошо, что вы набрали. Вылетай прям так, что ты. Вот пожалуй, Саня, как вот оно, настоящее карате, понимаешь, живое карате. Да. Футболку накинул, руки прикрыл вперед, да? Да, еще бы ракушки, вообще шикарно. Так, вот Зураб Гилаевича нет, но очень долго проходит разминка, пока что-то тут оделись, пока разделись, пока поговорили. Сергей Владимирович тоже там что-то сегодня не настроен включаться. Грек готовится к боям, смотрите. Выходите, один судит, потому что мне надо всех смотреть. Один судит, минута проходит, смена активности. Один проигрывает, другой выигрывает. Один вторым номером работает, другой первым. Понятно, да? Вы должны провести 3 поединка. Это не весело, правда. Владимир, что тут трюки ругают. Ну, это хорошо. Лучше, когда ругают конструктивно. Номер, давай. Начинаешь бить сзади, дерни рукой, пробей сзади ногу, чтобы человек хотя бы делал вот это. Поединки у карате нет статических положений. Он стал статическое положение. Если человек ставит, его можно бросать, его можно атаковать руками, ногами. Он стоит. Для того, чтобы ему сделать действие, ему надо попасть в степ, то есть подняться. Встал, все. Остановился, проиграл. Че, на подножку? На это? Че? Тем более, по заданию ты выиграл.
Да так получилось. На своем движении еще и улетел. Да так получилось. Так, все, отработали. Спарринги. Пошел галдеж опять. Она будет, потому что мы реально хорошо работаем. Не останавливаться, набирать только обороты, и мы будем лучше. Ну, в смысле, мы уже лучше, потому что мы чемпионы России. Правильно, будем еще лучше. Да, и мы будем еще лучше, смотрим на мир. Все, все, давайте. 3-4, а! 3-4!